Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео поделюсь с вами вот такой вот красивой юбочкой. А именно покажу немножко, как я ее отшила. Расскажу все тонкости, расскажу все нюансы. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной до конца. В общем, я очень давно мечтала отшить вот такой вот фасон юбки. Я мечтала, чтобы, знаете, был вот такой вот пояс на юбочке. Это очень смотрится красиво, интересно. Моя юбочка получилась вот такая вот воздушная, легкая. Скоро у моей дочери будет день рождения, нам будет уже 5 лет. В том году я шила черную фатиновую юбочку. У меня есть мастер-класс, очень подробный, на моем канале, как можно отшить вот такую вот юбочку. Сейчас я не буду вам очень подробно рассказывать про то, как шить, но я покажу основные тонкости, как раскроить и пошить вот такую вот юбочку. В общем, у меня фатиновая юбочка состоит из двух слоев фатина. Получается, смотрите, я взяла два слоя фатина, сложила пополам и раскроила в 40 сантиметров. Это у меня идет еврофатин, ширина у него идет 3 метра, а в длину я покупала примерно 2 метра. Получается, наглядно немножко покажу. Вот у меня идет один здесь слой и еще один идет слой. Получается, два слоя у меня пополам. Сейчас я вот такую рюшу, ширина рюши у меня идет 10 сантиметров. И наверх я ее вот так вот настрочила. Конечно, у меня нету ниток в цвет ткани. Но так как у меня будет белый верх, и подклад у меня вот тоже идет белый, и ниточек у меня нету таких персиковым цветом, поэтому вот я все это шила белым цветом. Но вы, конечно, покупайте нитки в цвет основной ткани. И получается, если вы подумаете, то что ширина юбки типа огромная, а ширина рюши маленькая, и вам этого не хватит, то вы ошибаетесь, потому что не надо настрачивать вот эти вот рюши, знаете, прям вот на всю длину, потому что это просто будет необъемный метраж вот этой рюши, и это очень сложно. И как я делала, я просто брала вот так вот складочки, как у меня ложатся, я рукой их вот так вот поправляла и брала и поверх настрачивала. И получается, вот у меня получилась тоже как бы достаточно пышная вот такая вот юбочка. Как бы ширина очень даже хорошая получилась. Получилось, знаете, как полусолнце. На подклад я выкроила прямой обычный прямоугольник. Примерно здесь у меня высота 35 сантиметров идет. И получается, я стачала средний шов по спинке на заднем полотнище, и все это я стачала, обметала. Здесь я тоже вверх обметала и низ обметала. Получается, я не стала, знаете, вот так вот подгибать, делать подгибку. Кто хочет, то без проблем делать. Я решила оставить это так. По поводу резинки, у меня получается резинка настрочена вот здесь вот внутри, и я 8 сантиметров, это у меня идет готовый мой пояс. Получается, я вот так вот натягивала, подложила я резиночку, на него подклад, и потом два слоя фатина, которые у меня сложены пополам, я положила, и в один раз я все это настрочила. Перед тем, как я настрачивала, то, конечно, я вот эту сетку отступила 8 сантиметров здесь и сделала вспомогательную строчку, чтобы присборить мой фатин. Точно так же, как и на рюше. Получается, это идет сборка. Вы делаете на машинку на четверочку и начинаете присбаривать ваши рюши. Вот идет наша ткань, вот идет наш фатин. Получается, от верхней точки мы вот сюда вниз откладем 40 сантиметров. От этой точки мы еще раз откладем 40 сантиметров. Теперь, где у меня идет вот эта вот линия, у нас будет сгиб. Это получается верхняя часть.
Получается, это будет вот эта верхняя часть юбки. Мы это сгибаем пополам. Сгибаем это пополам. Сгибаем это пополам. Отсюда, от верхней точки, вот сюда вниз, мы делаем 8 сантиметров. Получается, отсюда вниз у нас будет 8 сантиметров. И получается, где у нас идет 8 сантиметров, мы берем и прострачиваем на машинке вспомогательную линию 8 сантиметров. И вот так вот идем до конца. У нас это будет нитка, на которую мы стянем нашу ткань. Получается, вот таких деталек мы выкроим два раза. По идее, получается, у нас передняя часть будет в два слоя. Получается, вот у нас одно полотнище будет. И еще раз мы выкроим, и у нас будет здесь заднее полотнище. Получается, юбочка у нас будет в два слоя. Это первый слой ткани будет, и вот второй слой ткани. Получается, на машинке мы это все прострачиваем. И вот так вот мы потом это все натягиваем. И у нас получится вот такой вот рельефный. Мы вот так вот все это натянем. Получается вот такой вот верх, да? Как здесь у меня вот идет на юбочке. Вот он мой верх идет. На всю ширину еврофатина. Здесь у нас высота будет 10 сантиметров. И точно так же мы выкроили два раза, две детальки. Один раз выкроили, второй раз выкроили. Получается, на нашу рюшу мы точно так же отстрочим примерно 1,5 сантиметра. Мы это все прострочим на машинке. И точно так же это все вот так вот стянем и получим. Я просто пример покажу, как это все делается. Может быть, кто-то только начинает шить. Стягиваем, делаем, за ниточку тянем. И получится у нас такая вот прекрасная сборка. Получается, нашу рюшу я потом накладываю вот сюда вот так вот поверх. И настрачиваю вот мою рюшу. Положила вот сюда к краю самой юбочки и от верха это все вот так вот натянула, расправила пальчиками, положила и настрочила. Получается, когда я настрачивала, я вам говорю то, что я эти складки загибала. Вот можно видеть то, что они у меня, вот они, все мои складки идут загнутые вовнутрь. Получается, я их рукой вот так вот разглаживала, приплюсывала и накладывала, и настрачивала. Подклад у меня есть видео, как тоже выкроить. Я говорю вам, посмотрите мой другой мастер-класс, как я делала черную фатиновую юбочку. Там настолько все подробно рассказала, поэтому я не буду останавливаться на этих деталях сейчас. Подклад у меня идет 30 сантиметров на юбочке. Получается, основная ткань юбки у меня 40 сантиметров, а подклад 30 сантиметров. Настрачивала, получается, три слоя. Вот у меня идет подклад, первый слой. Потом у меня идет в два слоя фатин. Вот он, два слоя фатина. И здесь идет у меня резинка, на куда я все это буду настрачивать. У меня идет резиночка, я здесь вручную ее подшила еще немножко. Вот идет у меня подклад и два слоя. Получается, первый слой у нас идет резинка. Вот идет обверлочная нитка, это подклад. И вот у меня идет два слоя фатина. Получается, я все это одной строчкой, я все это настрочила. И получился у нас вот такой вот красивый пышный верх, который смотрится достаточно оригинально. Теперь сюда можно использовать какой-то поясочек. Это вы берите сами себе на фантазию. Можно использовать готовый какой-то ремешок, чтобы подчеркнуть талию ребеночка. В моем случае я буду использовать готовый пояс золотым цветом, либо из остатка фатина я сделаю еще вот сюда вот такой вот ремешок какой-то. В общем, получается вот такая вот красота. Я безумно довольна. Такую юбочку можно носить 2-3 года, так как ребенок вырастает на 10 сантиметров, и юбочка будет немножко укорачиваться, но это ничего страшного, потому что она будет еще смотреться красивее и интереснее. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось, пригодится вам эта информация. Надеюсь, что вы своим девочкам точно так же отошьете вот такие вот красивые фатиновые юбочки, и они будут рады новой обновке. Всем я вам желаю хорошего настроения и всем пока-пока!